площадочку круглой, например, цветы. Это их общая победа. Парк с таким названием в Ленинском районе стал образцово-показателем. Глава города в ходе рабочего визита отметил перемены к лучшему. Брызги фонтана, звуки музыки и положительные отзывы местных жителей. Вот эта маленькая очень нравится площадка. Потому что это для более больших детей, а это для маленьких. А вы сколько времени проводите? Ну, 2-3 часа каждое утро и вечером. Нормально, да? Да, очень хорошо. Ребенку нравится. В парке «Солнечный» тоже несколько детских площадок на любой вкус и возраст. Достаточно места для цветов жизни, а настоящие бутоны вскоре распустятся на клумбах. Высадка первоцветов идет с музыкальным сопровождением. Первый цветок красивый, он, во-первых, распустится, будет красиво. За работой взрослых наблюдают дети. Пока мама трудится, Настя развлекается на детской площадке и знает, для чего надо наводить в городе порядок. Делают для того, чтобы у нас здесь было красиво, все радовались. И еще делают здесь площадки, чтобы дети могли играть. Мы перед собой поставили одну из приоритетных задач – это привести в каждом районе нашего города все парковые зоны. Вот если взять, например, Ленинский район, который мы сегодня объезжали, в Ленинском районе у нас 5 парков. Практически все мы парки уже привели в порядок вот за 2 года. В этом году мы будем делать набережную уже, значит, такого европейского стандарта. Результатом субботников Олег Грищенко остался доволен. Теперь оценить работу коммунальщиков могут и простые саратовцы. Впереди большие первомайские праздники. Роман Базан, Алексей Чудин, новости, Телеобъектив.